Алтай. И приятного аппетита. Ой, ешь. Так, как там твои соседи поживают? Твои соседи, походу, постоянно хотят есть. Это с этим уже ничего не сделаешь. Хорошо, сейчас я вас накормлю. Подождите чуть-чуть. Сейчас Алтай подъест, и я вас накормлю. Блин, ну как тут у тебя? Сена нет. Так, лежишь на этот раз на каком-то поддоне. Кость убрали. Ага, правильно, еще и кость убрали. Ладно. Насчет воды ничего сказать не могу. Поилку нарочно так отодвинули, чтобы было не видно, есть вода или нет. Сейчас, малыши, сейчас вам тоже дам косточку. Ешь, Алтай, ешь. Ешь, мой мальчик. Ешь. Ешь, Алтай, ешь. Блин, я считаю, осторожно, животное может уснуть, думаю, что страшно. Гляньте, как ты подходишь. Красавчик ты, Алтай. Красавчик. Какой ты уже большой, а? Фантастика. Алтайчик, ты жалуешься? Жалуешься, мальчик. Ну не переживай ты так. Все будет хорошо, деточка. Алтай. Ну что с тобой, мальчик? Господи. Скоро вернешься домой. Не переживай. Ты вернешься домой. Не переживай. Все будет хорошо.